Ваня, что там? Золотая, ну, золотая рыбка, надеюсь. Ух ты! Настоящие карасики. Да, ох, ну добыли же где-то. Ох, держи. Ой, спасибо. Вот это мечты сбываются. Пошли. Вот такой наш загрузок. Давай, давай. Эту рыбу. На каком-то рынке, да? Слушай, нет. Будем загружать. Да, оно не должно упасть. Ничего не упадет. О. Они сейчас согреются полтора часика, ага. Потом будем развязывать и зарыблять пруд. А вода у них холодная. Вы как их из холодильника взяли, да? Здесь такая же, я тебе скажу, пощупай. Не май месяц. Да, июнь. А то ж. Не май месяц, июнь. Да. Мечты сбываются. Да. Сын. Так что, сколько? Сын. Пять штук там? Пять штук? Шесть. Шесть карасей. Сегодня в нашем пруду будут новые жители. Будем зарыблять пруд. Где они там? Карасики. Вот такие жители будут у нас в пруду. Карасики. Скоро будем выпускать. Мы сегодня приобрели карасиков для пруда. Будем зарыблять пруд. Мы приехали на полтора часа, вот этот вот жбан с карасями опустили в пруд, чтобы нормализовалась температура воды, чтобы она стала одинаковой, как в пруду, так и в их пакете. Ну, в общем-то, пришло время уже их выпускать. Это нужно делать очень осторожно, чтобы они не нервничали. Поэтому... давай сюда их поближе к нам. Конечно, я сейчас подниму. Вот, нет, смотрите, самой, какие они красавчики. Самой бы в пруд не свалиться. Во, вот какие. Вау. Их здесь 6 штучек. Они почему-то на меня смотрят. Ну-ка, смотрите в кадр, карасики. Вон ваш хозяин стоит с той стороны. Вот туда. Запомните, да, его, он вас будет кормить, поить. Такие симпатяги. Ага. Ну что, больше мы вас так близко, кажется, не увидим, да? Чтобы у них не было депрессии, нужно их и вот так вот буль ты их туда, а очень аккуратненько. Вот в Таиланде супчик резиночек так продается. Да. Так. Вот они. Ну-ка, загляни-ка туда. Особо ничего не видно. Красавчики. Кто еще хочет посмотреть, Сереж? Так, ну что, теперь мы вот так вот просто наклоняем. Просто смотай пакетик, бортики мой. Просто смотай его. Вот так сейчас сделаем, да. Вода одинаковая, я пощупал, что в пруду, что у них в пакетике. Вот так сделаем, чтобы им было легче выплывать. И главное, не насильно, пусть они сами. Ну да. И вот так вот выпускаем. Еще наклоняй, чтобы полностью пакет. Угу. Наклони. Угу. Наклонил. Все, наверное, достаточно. Теперь подождем, пока они сами захотят выплыть. Ну, оттуда чуть-чуть потереби, потому что там пакет. Ага, замялся. Чтобы они понимали. О, они полностью... все должны понять уже. О, один пошел. Сейчас будет выплывать первый. Первенец. Давай, самый мелкий. Давай, выплывай. Они там живые вообще? Конечно. Давай, их тут уже потихоньку. Вань, что-то они там притихли. О, смотри, первый пошел, второй пошел. Давай. В другую сторону, в другую. Давай. Давай, плыви. Ну чё вы там, а? Вот. Они боятся живой природы. Нет, только не. Давай, выплывай, давай. Давай. Это называется не насильно, да? Ну а чё они? О, я его вижу. Последний? Два.
Они боятся выплывать. Смотри, смотри, они в домик. Ну, ставь так их, может, пока. Пусть привыкнут. Может, пускай привыкнут, да. Угу. Все-таки любимчики, так сказать. Угу. Один вот он прям, смотри, стоит. Вот, и если приблизиться поближе, то можно будет его разглядеть. Вот он остался на мелководье. Видно, да? Вот он, вот он. А пальцем пошародит? Вот он. Наплывает. Он стоит просто и ждет. Он кушает, наверное, они на голодные. Ты их заморил голодом. А, думаешь, он сразу там жрет, что там ням-ням-ням? Ну ладно, все, выпустили. Так, я вижу, вон плавают водомерки. Сейчас карасики в себя придут и начнут этих водомерок уже есть. Пока что я не вижу всех наших карасиков, они уплыли. А, нет, один остался. Один вот остался на мелководье. Он, наверное, немножко получил стресс от всей этой фигни. И лежит, отдыхает. Вот он тут такой. Видно, не видно, не знаю. Этот темный вот пятно. Он, да, вот он такой. Темненький такой. Тык-тык. Вот он. Пускай посидит здесь. Остальных уже не... Слушай, а прозрачные? Остальные пошли уже жрать. Поплыли добывать себе пропитание. Ну что ж, посмотрим, как им понравится в гостях. Карасики, если будете хорошо себя вести, мы вам привезем еще друзей. Или подруг.